Все эти письма к тебе, каждая строчка, все эти стихи и слова, звезды, что зажигаются ночью, огни, что затухают с рассветом. Знать бы точно, что будет завтра или хотя бы сегодня днем. Где-то в Австралии от солнца лес загорается огнем, и все живое покрывается слоем пепла, задыхаясь от пыли. А люди остыли, стали холодными, как гранит. Это ранит, задевает каждую из всех граней моих внутренностей и сплетений. Просыпаясь от снов и страшных видений, покрываясь мурашками и капельками пота. Мне снова 7. Я боюсь темноты, засыпаю одна, у родителей работа. Они еще только строят свои мечты. Закрывая глаза, ухожу в бесконечное поле. Дорога пахнет переспевшей вишней. Я и не заметила, как стала лишней. Словно спрыгнула с ковчега Ноя. Море убаюкало, уложила спать на песок. Кажется, ты дальше, чем полярная звезда. Хотя нас разделяет 7 часов. Почему между людьми нельзя провести провода?